С недавнего времени всем, кто родился в Хабаровском крае, в роддоме выдают вот такую коробочку от нашего правительства Хабаровского края. Посмотрим, что там внутри. Начинаем. Угу. О, здесь даже есть описание. Комбинезон. Комбинезончик. Фенолик отпитывающий одноразовый. Бутылочка с сосочкой. Бутылочка и соска. Ватные палочки. Угу. Детские салфеточки. Детский крем-брюль. Так, еще раз пеленочки впитывающие. Поздравления. Вот лично от Дегтярева. Такая честь. Это подгузнички. Ватные диски. Подгузнички какие-то даже австралийские. Подарочный набор для новорожденных. А что там в нем входит? Вот, комбинезон с длинным рукавом, комбинезон с длинным рукавом второй, шапочка, пеленка теплая, пеленка тонкая, многофункциональный матрасик для новорожденных гнездышка из хлопка. Mm-hmm.